перед тем, как разрубать коробочку, хочу рассказать про парализатор. Быстро, за минутку. Друзья, в чем, собственно говоря, была проблема? Ну как, не проблема. Я обещал рассказать за парализатор. Плюсы и минусы. Стоит его брать или не стоит. Ну и так дальше. Понятно, что по всем признакам, по всем показателям, парализатором пользоваться очень хорошо. Это тихое оглушение свиней. Чергик и убрал. Все, она спокойно легла. Ни крика, ни шороха, нигде ничего. Но я последнее время, последние, наверное, 3 или 4 штуки убирал свиноматок на мясо. И вот я одну, вторую, третью, я, ну, и не пробовал мясо. Так, чуть-чуть сало попробую, там, чисто с охотки в первый день, и все. Все остальное продавали. И один раз попробовал что-то такое жесткое. Второй раз попробовал, тоже жесткое. Думаю, да что такое? Я начал подозревать, что это от парализатора. Именно жесткость. А потом, вот последний, вот эта вот головешка, это уже с последнего, ну, с крайнего. Мы без парализатора, обычным старым дедовским методом, то есть все как обычно, по-старому. Вон собаки уже ждут. Ждут, крутятся. Сейчас будем им давать, рубать. И старым методом. И попробовали, и, друзья, я все части попробовал, и то, и все, и пятое, и десятое, все попробовал, поварил, пожарил, покипятил, протушил, все попробовал. Все то же самое, что и с парализатором. Все то же самое. То есть я думал, что от парализатора мышцы становятся жесткими, то есть когда его вбиваешь, парализатор, мышцы сжимаются, и в напряжении, грубо говоря, процентов на 30 они так и остаются. Я так думал раньше. И думаю, от этого мясо жесткое. То есть продаешь — мясо жесткое. А оно просто было жесткое, потому что это свиноматка. И то жесткое, это получается ошеек и лопатки. Ну, это часть, которая жесткая. Ну как жесткая? То понятно, что варить можно, все можно, но просто жестковатое. Поэтому я ошибался по парализатору, то не от парализатора, а от того, что свиноматки. Я с Аней, изготовителю парализатора, у которого я брал, вернее, который мне подарил, ему это говорил, он говорит, не может быть, проверь точно. Я проверил, да, действительно, это не парализатор. Поэтому парализатором продолжаю пользоваться дальше. Никаких проблем с ним нету. Я грешил на него, но проверил, я ошибался. То есть на молодых я вообще никогда не проверял. Ну, убрали, продали, убрали, продали, убрали, продали. А это начал пробовать, что-то не понравилось. Оно просто свиноматки. Ну, такое дело. Уже свиноматки у нас закончились, тех, которые на выбраковку. Может быть, там еще одна будет. Посмотрим, еще раз ей шанс дам, а потом будем смотреть по ситуации. Ну, короче, вот так. Голову правильно, неправильно. Я делаю секирбашка. Потому что я их отдаю собаке. Вот у меня сейчас как можно мельче задача их, ее пошатковать, замочить водой в тазику и со временем отдать поварить собакам. Мы ее уже последнее время не продаем, отдаем все собакам. Поэтому я пробую по-разному. И так, и так, и так. Поехали, друзья. Боня, Ася, давай сюда, Асюта, Ася, иди. На, Борь, вот тут, на. Ася, на, Ася, на. Молодец, аккуратно берешь.
Ого, Боря, ты уже. Кто-то называет это деликатес. Не спорю, но дешевле голову отдавать собакам, чем покупать им корм. Аккуратно. На, все. Дешевле оставлять. Каши варим, кашу я делаю сам. Пшеницу дроблю на тройку. Потом муку все убираю. Ася, на. Муку убираю и на. И получается хорошая крупа, которую они едят. Ну, только варю уже с этим. Это уши я отдаю. Ох, я наглюка, Аська. Ого, ты так прям, на. Сейчас Асю будем учить, как она Ася. Ну, молодая. На, Борь. Молодец. Попробую достать язык. Боря, на. Десну. Десна и... Так, что тут язык на месте еще? А, на месте, просто туда залез. А так бы, если бы кто-то подержал, я бы чик-чик-чик и все.
челюсть нижняя. Подбородок. Борька. Ася, жила кусок ебать. На, Ася. Ой, а где она взяла? А где она взяла? А, наверное, валялся где-то.